Всем привет, друзья! В этом ролике я буду американцем. Я уверен, такие реакции бомбезные будут, что вы офигеете. Не только на мои банки реакции будут, а на то, что еще я по-английски говорю, потому что русские на это реагируют просто великолепно. Давайте начнем, но не забывайте, что 20 тысяч лайков надо собрать, чтобы вышел следующий ролик. Погнали! Hey, do you speak English? Yes, I speak English. What's your name? Бля, ну, my name? Ой, бля, I don't know. What are you talking about? Ага, Матенес, ай! Матенес, ай, стикелес, бля. Стикелес. Майря гестикелес. Мама, не, сая. Если что, это сейчас эстонский язык был, он сказал, я знаю, что ты говоришь по-эстонски, а я ему ответил по-эстонски, что я не говорю по-эстонски. О, блядь, ёбаный рот! Какого хуя, блядь? Ебать! Я вас так узнал, ёбаный рот! Так, блядь, давай! Подожди, стоп, блядь, завали ебало, дай с человеком поговорить, я его нихуя не знаю, но мне похуй. Честно говоря, я впервые вижу такую реакцию от человека. Мне показалось, что он увидел Рональду, а не меня, блин. А ты на русском говоришь, не? Да. А как ты его узнал, я еще? Нихуя-то там ебать. Блядь, ну пиздец, ёб. Да, Чемурис. Сука. Where are you from? I'm from Rwanda. What are you doing there? Да. Я. Гитлер капут, ёбаный. What's your name, guy? Пошёл нахуй. My name is Alexander. Alexander? Nice to meet you. Да. My name is Arthur. I am from Estonia. Водка, водка, будешь пить? Водка? No, no. Don't drink this. This is shit. Like bullshit. Блять, по какому языку он разговаривает? Do you speak English? Нихуя не шарит. Нихуя ты будешь ебать. В любой непонятной ситуации просто показывай банки, и разговор будет меняться автоматически. Оу, 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 оу! You're gonna cut me? Шашлык! What? Шашлык! Мясо! What шашлык? Шашлык? Тебя шашлык! Шашлык! Do you pump your biceps? Yeah? Yes. I see you pump your biceps. You have a big bicep. Да нет, да так я чисто просто для поддержания физической силы. It's hard to understand what you're talking about, but okay, I have biceps too. Нихера ты! Ну вот это вот я вижу, ты конечно. Ты нормальный. И сколько тебе это, времени ушло на это? 12 years. Фига себе. Yeah. Ну оно видимо того стоит. Of course. По-русски говоришь, Do you speak English? Пошел ты нахуй, Гандон. Let me see your biceps, bro. Like this. Show me this. Like this. Show me this. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему россияне так бурно реагируют на американцев. Hey, bro, nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? Kurt. My name is Arthur. I'm from Estonia. Where are you from? I'm from South Africa. Whoa, that's cool. Do you even live? No. No, why not? Короче, что сказать? Одним словом могу сказать, что я нашел братишек с Африки. I don't know, I don't know. I'm, you know, I'm like Ronaldo. Если голова не работает, что делать, я на туре говорю. Where are you from? Пацаныш, вражьи машин, бай-спай, блядь. Сразу же видно, у чувака вообще образование никакущее. Мне кажется, он в школе даже не учился. Do you speak English? Германия, Германия! Russia? What city? Чё, блядь? What city? Я что-то не понимаю, нахуй. What, what city do you live in? Колпашево. Колпашево? Да. What's this? Yes. It's near Moscow, yeah? No? No. Сейчас, секунду. Okay. Томская... область. Do you pump biceps? Like... Блядь, я не... Like this, no? Еб... Нихуй... Подожди. Уже не первый раз мужики просят, короче, показать свою банку его девушке, либо там жене. Блин, зачем, мужики? Еще раз. Do you pump it? Смотри. Покажи еще. Смотри. Good. Ты качаешь байсепс? Я нет.
В смысле нет? В смысле нет? Иди качай битку, а то уведу у тебя барышню. Да. Я хер его знает, как тебе объяснили, что такое огород. Я там качаюсь просто. Да есть еще водка. Ебо. Сука, ты что такое употребляешь? I'm monster. Мне показалось, или этот мужик на меня подзалип? Сейчас барышню свою кинет, ко мне уйдет. Да ты вообще хищник. Ты предатор, блядь. Predator, yeah? Yeah, that's true, that's true. А ты капельку умеешь делать? Блин, класс, класс, вообще молодец. Чего? Where are you from? Ахуя, Russian, ауе! Ну да, да, по вам видно, что вы ауе. What are you doing here, guys? Russian, Russian. Do you speak English? I don't know. Do you speak English? No. Do you pump your biceps? Russia, Russia. Biceps. Ахуе. Oh, whoa, 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 that's cool, bro. That's nice. Do you lift? Do you lift? Do you pump your biceps? I'm sorry, I don't understand. Do you pump your biceps? Oh, you're very strong. Yeah, thank you. Здравствуйте, как дела, как здоровье? У меня хорошо. Вы качаете базуки? Да, качаем. Я просто с Америка. Покажи мне базука. Видишь? Это нога у тебя. А, нога, да? Да, нога вот такая. Интересно, этот челик американцев за тупых, что ли, считает, или чё? Сиська же, блядь, смотри. Сиська хорошая, смотри, какая базюка. Ты, это, точно каша пьёшь, да? Что делаешь там? Каша кушаешь, да? Каша кушаешь, да, каша кушаю. О, блядь. Вот это совсем другой раз. Видишь, я качаю, всё. My name is Igor. I'm from America. I speak a little bit Russian. What? I speak also a little bit Estonian. Say something. Он сказал, что немножко разговаривает по-эстонски, и вот сказал: «Привет, как дела?» Говорят, что Америка разбомбит Россию. Правда? I don't think so. Is it possible? I think that in this moment... No, but I don't know what can be happen in history in future. In the future, yeah. Mm-hmm. Americans are very strong people like me. Oh. Блин, это единственный нормальный парень, который со мной поговорил по-английски нормально. А остальные все просто какие-то гопники, ушлепки, которые сразу же тебя начинают крыть матом. Вы чё, люди, опомнитесь? Are you going to go to America? Хочешь пойти в Россию, в Америку? Да, да, я бы хотел. Yes. I would like to go maybe someday. Someday, yeah? Someday. Hey, guys! Здорово. They speak English? English, who English? They speak English. Если надо, можем по-английски. I'm from America. What's your name? Вот пример гопоты, с которой просто невозможно нормально общаться. Никогда не будьте такими. Водка, бабушка, матрешка. I know this too, yeah. Yeah. Водка, Путин, матрешка, балалайка. Бомба, макароны. Макароны, битка. Are you sure? I'm sure. Что делаешь? Дрочу. Банки качаешь? Да не, я всегда дрочу. Дрочишь каждый день, без конца, без начала, да? У тебя зубы так разъехались, интересно. Да, у меня заводской брак. Это как дверь в рай. Ну да. Точнее, в твой рот. Ничего себе, ты хороший же все. Да, у да. Меня тоже был. А сколько тебе лет? В твоем возрасте. В твоем возрасте, блин, парень, ну ты чё? Сколько тебе лет? 26. 26? А как ты думаешь, сколько мне? Не знаю, 20, 21, наверное.
Мне, как и тебе, 26. Да? Да. Серьезно, что ли? Серьезно. Ну вот и все, друзья. Спасибо огромное за внимание. Ставьте лайк этому видео. Набираем 20 кесов лайков, и выходит новый ролик. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Там вышло эксклюзивное видео с чат-рулетки. И не забывайте переходить на сайт archomorris.com. Там офигенные программы тренировок. Вы будете удивлять девушек, потому что у вас будет офигенное тело без употребления стероидов. Увидимся в следующем выпуске. Пока.